А те, кто репостнет эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны. 2 или 3 точно. Так что все в ваших руках. Прикиньте, Сергеонис держит ваше имя в руке. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод фиксиков под названием «Смерть Дим Димыча». Я удивился, ведь 4 месяца назад я уже находил серию со смертью Дим Димыча. И она называлась «Суицид Дим Димыча». Там еще было 3 сюжетные части. Но это 5-я часть тех самых потерянных эпизодов. Я был испуган, ведь уже все были мертвы. Как оказалось, отец Дим Димыча насколько спятил, что в своей самодельной лаборатории его оживил. К сожалению, эту 4-ю серию я найти не смог. Но если здесь будет 3000 лайков, то я смогу найти эту серию с оживлением Дим Димыча. Серия началась с того, что Дим Димыч собирался в цирк с родителями. Отец насколько был рад, что его сын жив, и заплатил огромные деньги за этот билет в цирк. Дим Димыч забежал в лифт. Там уже стояла его мама и отец. Отец нажал на кнопку, и вдруг издался странный звук. И отца Дим Димыча как будто переклинило. Его глаза ставали черные, как у демона. Он бегал по всему лифту. Он скакал и бегал, пока лифт не завис. И там вырубился свет. Все очень испугались. Похоже, сущность из отца еще не ушла полностью. И при специальном звуке она возвращается. Но после того, как свет пропал, отец вернулся в нормальное состояние. А мать Дим Димыча предположила, что лифт сломался. И она была права. Отец Дим Димыча обратился к диспетчеру. Она сказала, что им нужно ждать еще целый час. Дим Димыч даже и не подумал, что можно обратиться к фиксикам. Похоже, он их не помнил. Мне все больше становится интересно, что же случилось в той 4-й части. Вдруг начались помехи. После помех показано, как Дим Димыч и его родители сидели. У них уже не было сил. Но вдруг лифт начал падать, а из лифта были слышны ужасные крики. Мои уши после этого не выдержали, и я снял наушники, чтобы больше его не слышать. На этом все. Чтобы Сергеонис поставила к тебе это всего-то 2 секунды, мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого шикарного подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.